Максим, привет! Сегодня я сделаю рум-тур. Тур будет не по всей квартире. Будет только по комнате и залу. Зал и комната темны. Давайте же начнем. И начнем мы с этого дивана. Такой вот белый и мягкий. Такие вот черные. И чтобы сюда ложить. Или руки свои. Вот здесь вот лежит, сидит вот такой вот мышонок. Очень мягкий. Здесь написано «Anna Love Smile». Политы всей комнатой. Наверху вот полка красная вся. И мороженого, на который рисовала Лагуна. Кубик маленький. Вот такая веселька и скрепка. Желтого цвета. Здесь вот такой ковер. Он оранжевого цвета и очень мягкий. Здесь вот стоит вот такой, сидит опять. А вот такой вот мишка, и он из Абхазии. Такая корова, она из Волжанки. И она в Чебоксарах. А вот здесь вот у нас спят животные наши. В мягком пуфике. И спит сама Лагуна. А вот здесь мы можем увидеть ее рисунок. Также вот здесь вот есть такая заколка с резинками. А вот такой вот карандаш Лагуны. Копатыч в старые времена. Разные газеты. Ой, простите. Вот здесь вот такой бантик с резинкой. Там вот такой ангелочек и статуэтка с бабочкой. И также ободок Клео. То выполнен с такими точечками. Они черные и коричневые. Также здесь какие-то надписи. Посмотрим. Чемодан. Или, как бы это сказать, тумбочку. Тумба вся вот такая коричневая. И здесь такие орнаменты. Они как бы подрисованы, что ли. Ну, не подрисованы, а... Не знаю, как объяснить, но здесь еще присутствует оранжевый. Здесь вот такой платочек. Он очень мягкий. Так, вот здесь вот такая вот одежда. Ну, давайте теперь закроем. Вот здесь мы можем увидеть разные сумки. А вон там вот лежат расчесочки. Теперь я пойду наверх. Я уже чуть-чуть повыше забралась, уже посмотрим. Здесь тоже такой пуфик мягенький, на котором спали животные. Раньше они спали здесь, но теперь они спят на нижнем этаже. Здесь вот такая кровать, здесь вот такой вот медвежонок, сердечко и покрывало. А отсюда было еще одно покрывало, но сейчас мы его укрыли Каладин, ведь она осталась дома. Мы пошли куда-то гулять. Но Каладин так хорошо спала, и из-за этого она спала дома, и мы ее укрыли этим покрывалом. Ее обувь. Так, здесь надо уже быть немного тише. Вот такой мягкий пони. Вот здесь вот такой вот мишка Каладин. И она спит вот на таком диванчике кожаном. И вот то покрывало. Так, я уже внизу. Вот. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.